Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Давайте выполним упражнение номер 2. На странице 119 учебника математики для 2 класса автора Дорофеева. Начертите в тетради такую таблицу. Десятки, единицы. Запиши цифру 4 под заголовком единицы. Смотри образец. Какое число оно обозначает? 4. Обозначает число 4. Какое число будет обозначать цифра 4, если ее записать в эту таблицу под заголовком десятки? Она будет обозначать число 40. Запишу одну строку под заголовком единицы цифру 5. А под заголовком десятки цифру 8. Прочитай полученное число. Получится 85. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии.